Здравствуйте, добрый день. Мы в Сочи на выставке представляем свое хозяйство «Сады Рыжевских», которое находится в Темрюкском районе, станица Вышестеблеевская. Мы занимаемся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в своем хозяйстве. Это соки прямого отжима, персиковые, вот персиковый сок, значит, виноградный сок представлен у нас, и сливовый сок. То есть те продукцию, которую мы выращиваем в хозяйстве, из нее мы получаем, значит, такой продукт. Кроме этого, мы выращиваем и перерабатываем два сорта винограда кишмышного, класса Шагани, это черный, это розовый, и получаем. Кроме этого, мы производим сушку, чернослив сушеный, вот в таком виде мы производим, укупоренный, производим чернослив. Наше хозяйство работает на этом рынке 25 лет. За это время, значит, мы освоили производство в свежем виде от черешни, 6 сортов персика, нектарины, сливы, и винограда и поздних слив черносливовой группы. Все это мы производим как в свежем виде, так и в переработанном. Мы приглашаем к сотрудничеству с нами все заинтересованные структуры.